Цели нынешний контакт на кооперационной бирже напрямую перекликается с целью Международного форума деловых контактов «Брест-Китай. Стратегическое партнерство. Всестороннее взаимодействие Брестской области и Китая». Если флагманы региона способны сами находить точки соприкосновения с иностранными партнерами, то для малого и среднего бизнеса биржа – идеальный способ заявить о себе на мировом рынке. Китайская Народная Республика – один из основных торговых партнеров Республики Беларусь. Глава нашего государства обозначил горизонты сотрудничества с Китаем. Это заключается в первую очередь в увеличении взаимного товарооборота, развитие инвестиционного сотрудничества, развитие кооперационных связей. И хочу сказать, что в этом направлении мы поступательно двигаемся. Сегодняшний форум, он интересен еще тем, что он вытекает из тех поручений и правительства, и заинтересованности китайских партнеров в развитии торговых отношений. Хочу сказать, что отрадно форум проходит впервые в Бресте. Это первый региональный форум, что также соответствует и нашему региону, регион номер один. На форуме собралось достаточное количество китайских партнеров, и в целом порядка 60 компаний бизнеса. В целом китайская делегация представляет более 100 человек. Сегодня, во второй день форума, мы проводим контактно-кооперационную биржу. Интерес проявлен также и с белорусской стороны. Данная контактно-кооперационная биржа является продолжением официальной части нашего форума. Мероприятие подобного уровня с таким количеством гостей из Китайской Народной Республики на Брещине проводится впервые. Вчера активно поработали по пленарному заседанию, по работе секций и по посещению объектов и предприятий города. Проявлен высокий интерес как со стороны социального направления, так и со стороны экономики. Сегодняшняя контактно-кооперационная биржа является ярким этому примером. Она собрала большое количество участников из белорусской и с китайской стороны. В последнее время Китайская Народная Республика является одним из ключевых партнеров Брестской области. Она входит в пятерку лидеров в торгово-экономическом сотрудничестве. Поэтому мы постарались создать максимально комфортные условия для переговоров непосредственных между субъектами хозяйствования Брестской области и Китайской Народной Республики. Интересные проекты обсуждаются в сфере торгово-экономического сотрудничества, в сфере здравоохранения, в сфере образования, в сфере развития отношений спорта и туризма между двумя регионами. Очень интересно, что наши региональные партнеры, с которыми у Брестской области заключены межрегиональные соглашения и побратимские связи, тоже проявили высокий интерес, приехало много делегаций, каждый для себя нашел что-то интересное и, возможно, перспективные направления для развития сотрудничества. Проведение биржи в рамках форума – это также возможность найти заказчика из числа промышленных предприятий Китайской Народной Республики, изучить номенклатуру потребностей азиатского рынка и провести прямые переговоры с глазу на глаз. Здесь бизнес Брещины может оперативно найти себе партнера, установить первичные контакты, после чего могут провести переговоры и решить те или иные вопросы. У нас китайские электроэнергетические компании как государственные организации. Мы уже в Беларуси почти 15 лет даже. Построили выдачи мощности АЭС, Минской северной подстанции, столбцы станции. Ну, мы сейчас просто хотим, вы еще найдете партнера с нами вместе сотрудничать дальше. У нас есть все аттестаты, которые можно заниматься любой работой в Беларуси. Поэтому не только что-то энергетики, можно просто строительство, тоже можно. Международное партнерство, я считаю, что важно для любого человека. Вот. И с учетом того, что сейчас сотрудничество с Китаем и Беларусью, то есть растет такими прям огромными шагами, поэтому мы очень заинтересованы, чтобы гости из Китая, то есть приезжали к нам в комплекс, отдыхали, кушали, обязательно с детьми. Вот у нас очень большой детский центр, ну и куча всяких развлечений, поэтому мы здесь. Для отдыха, для привлечения туристов именно, ну и плюс еще для привлечения не только индивидуальных, да, туристов, но и в том числе и для деловых там мероприятий. Мы тоже готовы предоставлять свою площадку, только как для отдыха. Биржа – лишь часть масштабного форума первого региона. Уже завтра гости из Китая знакомятся с работой предприятия города Барановичи. Все подробности в программе «Итоги недели» в субботу в 19:30 на телеканале БукТВ. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.